Привет всем! Пришла вот в храм и застряла вот с этой милой дамой на коленях. Сейчас покажу даму. Вот, здравствуй, дама. Да, вот, лежим у меня на коленях, вставать не хотим. За моей спиной Тори, да, прям под Тори и сидим. Вот такие вот вещи иногда случаются, когда ты просто приходишь поклониться главному божеству Хонзон. А вместо этого тебя оккупирует храмовое животное. Вот. Со мной такое, кстати, случается как-то довольно часто. Я довольно быстро вступаю в особенно близкие отношения с храмовыми собаками, кошками и всем, кем только угодно. Вот, ты подтвердишь, да? Ты подтвердишь, красавица? Да, красавица подтверждает. Да, красавица? Красавица подтверждает. Вот, какая красавица. Скажи, пришла в храм, давай кота гладь. Нечего отлынивать. Правильно? Нечего отлынивать. Вот. Какие мы хорошие кошки. Только не совсем понятно, она здесь по праву живет, или мы просто выбрали храм в качестве своего места проживания. Потому что это Токио, и здесь, в общем-то, уличных кошек достаточно много. Живут они достаточно привольно, опять же. Я так понимаю, что особо нету, как в Сандае, конкуренции со стороны диких животных. Да, поэтому нам здесь хорошо. Ошейника нет, так что, скорее всего, какая-то местная свободная мадам. Да. Ну, такая упитанная, надо сказать. Шерсть блестит. То есть питается хорошо. А может, и храмовая. А может, теперь уже считается храмовая. Кто ее знает? Ну, девочка хорошая очень.